Добрый день. Сегодня заметил, что когда стоял на перекрестке, на очень крутой горке, и отпустил педаль тормоза, то начал откатываться так заметно назад. Хорошо, что сзади никого не стояло. И я задался вопросом, это вообще нормально, потому что у меня автоматическая коробка передач, Opel Corsa D, гидроавтомат. Вот, начал смотреть информацию в интернете. Ну, в общем, резюме следующее, что действительно при определенных больших углах наклона или когда автомобиль сильно загружен и там масло может быть не слишком вязкое, слишком жидкое. Вот, то есть при сочетании множества факторов допустим вот этот откат назад на сильных углах наклона. Вот в то же время при обычных углах наклонах, не резких, небольших, естественно, никакого отката назад не происходит, машина либо стоит, либо движется вперед. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, не переживайте, это нормально. Ну и проверьте заодно, не превышен ли у вас интервал замены масла в коробке, автоматической коробке передач. Вот, если превышен, то заменить это на самом деле недорого. И достаточно простая процедура. Обычно есть просто щуп, да, из которого можно из этого отверстия откачать масло и залить новое. Либо это сделать несколько этапов. Спасибо большое за внимание. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк. Вот, ну и в дополнение могу сказать, что ну, механизм этого отката следующий, что у вас просто коробка передач не справляется с силой тяжести. Вот и все.